А если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Драйфлэр, и сегодня мы с моим братом... Это я. Будем открывать билетик праздничный. Я забыл, где он... Батл, по-моему. Батлах? Ну, батлы, Medal Exchange, то что. А, точно, точно, блин, сколько уже прошло времени с момента предыдущего. В декабре билета. Когда Рирука еще была на витрине, новогодней. Да. Вон она, кстати, на витрине сейчас. Так. Не забыл где. Выше. Кстати, вон Бёрдс, а, Медал Эксченж. Да, да. Конец. Сейчас мы по дубликату вытащим. А. И нормал дос. Кстати, 250 в очко опять улетели. Ко мне прям. Классненько. Не видать мне Хичига еще пару месяцев. Так. Собирать, блин, сука, геморрой, не могли сразу, да? Вот, ну, сумму он, конечно же, 5 звезд. Очень давно я не видел новых персов. Да, ну тебе еще копить, скоро будет банкен опять. Ну, мне... Полюбас, если вот эти ребята уже здесь. Да, вот эти вот, как они там, вот они. Давай. Давай, сейчас, погоди. На счет 3. Раз, да, два, три. Звезды одновременно. Ага. Прикинь, 4 звезды падают. Ну что там? Да, послушаем. Ну? О, нифига, старый! Да, у меня новенький тоже перс. Тоже старый, но тоже... У меня прям совсем старинный, офигеть. Да, его даже с этого нельзя вытащить. Откуда? Ну, когда бесплатно играешь. А когда бесплатный, там этот, который, как его? Ну, оранжевый. О, ништяк, ништяк, ну, доволен. Ну, хотя бы арбосы можно есть собрать. Есть прокачку, да. На прокачку перст. Урью. Теперь еще ждать сколько? 3 месяца, 4, 10? Да какая разница? Ну да. Нам... Он туда это пришел, то ушел. Ты че? Ну вот, мы вытащили нового персонажа за 2 минуты. Да, 2 минуты? Ну да, вот 2,5 прошло. Нормально. Вот он, Урюй. Где он? Вот он. Старенький. Держусь, не открываю этих, как там, сезонок. У меня сегодня просто вот в школе друг, он вытащил, да, за 1000 он вытащил 2 рируки новогодних, Нему и Орихиму. Я не стал срываться и открывать, как я обычно делаю. Я все коплю на банкайкин патч. Да, ты да, это ага. На говно, ну, на стоит. Всякое. На ни разу 5 звезд не упал. Ни разу. Ну, у меня 0. Вот, смотри, дырка от задницы. Ага. Можно не париться. Теперь смысл в ББ заходи только ради гильд-квестов. И все. Ну, или пока не вытащишь. Фичи, набрав опять урбан. Ага, где эти их высру опять? Ну они по-любому наберутся. Вот я как Ну собрал? Наберутся, я... наберутся. Да персов... я знаю, я но... знаю, у меня персов нету, а 1800 есть. Да потому что не открывал уже сколько? 3 месяца? Какой 3? Я вот... А, по 250 назад. Открывал, это даже не считается. Сколько? Ты в итоге слил 1000, да? Не, больше. Да уже, меньше. Уже 1500 слил почти. Да ладно, 1500. А, 1250 слил я вот сколько. И получил вот столько. Ни одного пятизвездного. А, нет, одного. Почему нет? Это Гинджо, дубликат. Да. Ну, вот такое вот было открытие. Появилась какая-то бананза новая. Мега-банан, смотри. Это в честь чего утверждает. Тут эти, что ли, начались игры японские? С Коном опять. А, точно, Коубро. Да-да-да. Ну, вот будет новый видосик. Ну, отлично. Коуброуэлл и месиво вот это, и что там еще? А, Босс Раш. Ну, они все стандартные. Надо будет новости пилить. Да. Ичига Челлендж, чё? Чё там написано? Pair. Pair your accessories and sister characters. Потом разберём. Ладно, на этом мы с вами обращаемся. С вами был Дрейфлэр и мой брат Лансер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Следуйте по всем ссылочкам, которые есть в описании. Вступайте в группу по Bleach Brave Souls и Bleach Paradise Lost. Там все самое важное, необходимое для игры. Для игр.
Все, всем удачи и всем пока.